Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 1, секция 3, упражнение 62. Listen to the dialogue and say when Jim visited Greece. Нас просят послушать диалог и сказать, когда Джим посетил Грецию. Итак, посмотрим на сам диалог. Джим беседует с Катей. Реплика Кати. Jim, did you spend your last summer holidays at the seaside? Джим, ты провел прошлолетние каникулы на морском побережье? No, I didn't. But I visited Greece the year before. Нет, но я был в Греции позапрошлом году. And what's the name of the sea there? И как там называется море? It's the Mediterranean, of course. Средиземное, конечно. What did you like there best of all? Что тебе понравилось там больше всего? It's hard to say. Greece is a beautiful country. I enjoyed the history and the natural beauty. It's also a good place if you like to go sightseeing. Сложно сказать. Греция – красивая страна. Мне понравилась ее история, красивая природа. Это также отличное место, если любишь посещать достопримечательности. Are there high mountains there? Там есть высокие горы? Yes, there are. There are also lots of beautiful flowers everywhere. Look at my photos. Да, также там много красивых цветов везде. Посмотри на мои фото. Well, чтобы ответить на вопрос, когда Джим посетил Грецию, посмотрим на вторую реплику. То есть на вторую реплику, на первую реплику Джима. Он говорит, что I visited Greece the year before. Давайте так и ответим. Jim visited Greece the year before this. То есть Джим посетил Грецию позапрошлом году. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.